Пекин завершил развертывание третьего этапа глобальной навигационной системы Бэйдоу-3. Теперь КНР может фактически не прибегать к услугам трех других глобальных навигационных систем, существующих на нашей планете. Выведенные на орбиту спутники позволяют точно определять координаты, абсолютно необходимые современной суверенной державе в ряде областей – в военном деле, кораблевождении, гражданской авиации, компьютерных технологиях и так и далее. Китайские инженеры потратили около 20 лет на создание сначала программы Бэйдоу-1, потом на Бэйдоу-2. Благодаря Бэйдоу-3 система теперь может надежно определять координаты в любом уголке земного шара. Тем не менее, остается еще доработать ряд вещей, а именно улучшить приемы и передачу сигнала для того, чтобы позволить ориентироваться под водой и в закрытом помещении.